Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Redmi Pad очистить историю браузера. Для начала откроем, конечно же, наш интернет-браузер, которым мы обычно пользуемся. Затем тыкаем здесь на стрелочку или на три точечки, в зависимости от того, скачана ли у вас последняя версия браузера. Переходим в раздел «История», нажимаем «Очистить историю». Затем выбираем временной диапазон, за который мы хотим удалить историю. Нет. Можем как бы очистить основную историю, или же можем перейти в дополнительную, очистить вообще прям все при все, все, что у нас есть. Здесь выбираем временной диапазон. Можем выбрать последний час, последние сутки, последняя неделя, последний месяц или же все время. Затем выбираем типы данных, которые мы хотим удалить. Это может быть история браузера, файлы куки, данные сайтов, изображения, другие файлы, сохраненные в кэше, сайты с сохраненными паролями, данные для автозаполнения и настройки сайтов. Затем выбираем удалить данные. И после этого история будет очищена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.